Информация, полученная в ходе расшифровки второго черного ящика, разбившегося во Франции самолета авиакомпании Germanwings, подтвердила версию о том, что катастрофа произошла в результате умышленных действий второго пилота. Об этом сообщило французское бюро расследований и анализа происшествий на транспорте. В отчете экспертов указывается, что полученные данные говорят о том, что закрывшийся в кабине пилот инициировал снижение и изменил настройки автопилота, чтобы увеличить скорость при снижении. Черный ящик в четверг обнаружила член спасательного отряда жандармерии. Я нашла кучу одежды, мы стали разбирать ее, чтобы перенести вещи вниз, и так я обнаружила этот ящик. Он был такого же цвета, как песок, как гравий, такой же черный, как и все на месте крушения. В результате расшифровки первого черного ящика, записывавшего переговоры в кабине, эксперты также пришли к выводу, что трагедия, которая унесла жизни 150 человек, произошла по вине второго пилота Андреаса Лубица, умышленно направившего самолет к земле.